Давайте, знаете, что посмотрим. Вот мне сейчас пришла такая в голову идея, значит, необходимость в ответе общим раскладом на этот вопрос есть. Кто из вас больше пострадал в этой ситуации, да? Неважно, расстались вы, ну, как правило, наверное, расстались, а мы сейчас посмотрим, что за ситуация. Кто из вас в этой ситуации больше пострадал, да? По-настоящему, так скажем, не то, что там позиция жертвы, а по-настоящему. Итак, кто из вас, расклад, напоминаю, общий, а срезонировать может не у всех, поэтому внимательно смотрим, если что, проходим просто мимо и заказываем личный расклад. Итак, что у вас за ситуация? Давайте сначала посмотрим, что у вас за ситуация. Поиск баланса, поиск почвы под ногами в партнерстве всего скорее. Вот видите, что, тут котик такой, две монетки держит, два пентаклей карта. Ага. Поиск спокойствия идет у вас. Тут, возможно, об отношениях идет речь. Желание мира. Вот такая вот ситуация. То есть, неважно, партнеры вместе или нет, но желание примириться есть у каждого. Желание найти, прийти к общему знаменателю есть у каждого. Угу. Так, хорошо. Кто больше пострадал в этой ситуации? Кто больше пострадал в этой ситуации на самом деле? Душевно я имею в виду. Ну, может быть, даже и материально. Всякое бывает. Кто больше пострадал? Смотрите, карта пентаклей, пятерка, это не ресурсное состояние. Кто-то опустошен. Кто? Кто-то опустошен. Тот, кто находится на расстоянии. Тот, кто, так скажем, больше преследовал какую-то цель в этих отношениях свою. Выпадает паж пентаклей, и тут разговор, возможно, либо о молодом человеке, либо о молодой женщине, если о том, кто в паре младше, вот так скажем, да, кто больше, имеет меньше опыта, но больше ценил эти отношения. Этот человек сейчас разочарован. Этот человек сейчас в депрессии, может у кого-то проигрываться даже запой, запой такой, да. А вышла королева мечей, и, наверное, сейчас уже разговор идет о девушке, о женщине, которая, несмотря на то, что хочет мириться, несмотря на то, что пострадала, отвергает партнера, не выходит с ним на связь. Да, смотрят меня девочки, кстати, могут проигрываться интуитки, те, кто любит эзотерику. Кстати, у меня вышло видео обучающее первое о том, как работать с картами, если что, обращайтесь. Здесь как раз всего скорее такие девочки меня смотрят, которые хотели стать женой, либо бывшие жены. И вот чего-то не выдержали, ушли в депрессию. Были щедры, много вкладывались в эти отношения, но не получили желаемого. Смотрите, по четверке пентаклей, все у нас одни пентакли. Может быть, вам, девочки, вот кто вышел по королеве мечей, это может быть воздушный знак, а может быть просто жесткий такой какой-то момент, когда вы отвергаете партнера, несмотря на то, что ищете баланс, готовы терпеть, но хотите мира, но тем не менее. Пришло время, вы поняли, что надо вкладываться в себя, да? Вы вкладывались в отношения, и пришло время, что надо вкладываться в себя. Партнер всего скорее вкладывался меньше вас. И поэтому, вот смотрите, получилось по справедливости. А что по справедливости? Вы сейчас скажете, как-то это неправильно. Да правильно, мои дорогие. Когда вы забываете о себе, забиваете на себя, вы получаете по справедливости, вкладываетесь много, получаете вот эту вот карту опустошения, да? А получается, что вы не в ресурсе, сами себя опустошили. Но знаете, карта Солнца, эта карта говорит о том, что все будет хорошо, несмотря ни на что. Я вас с этим поздравляю.